Семена баклажана медальон позволяют вырастить компактные кусты, которые порадуют богатым урожаем. Этот сорт является раннеспелым, первый урожай можно собирать через 90 дней после появления ростков. Во время плодоношения растение выглядит декоративно. Семена баклажана медальон можно выращивать не только на огороде, но и на балконе или подоконнике. Сорт очень плодородный, на каждом кусте формируется более 10 небольших плодов весом 100 граммов. Овощи покрыты темно-розовой кожицей, под которой скрыта сочная светло-кремовая мякоть. Плоды можно консервировать, жарить, тушить или замораживать. Баклажан-медальон – это однолетнее растение высотой 55 см. Баклажан-медальон имеет раннеспелый срок созревания. Плоды баклажана созревают в месяце июнь. Форма у плода удлиненно-овальная. Цвет плода фиолетовый. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.